В России продолжаются масштабные чистки среди чиновников. Так, Кировский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего главу администрации МО «Шлиссельбург» Артема Желудова. Коррупционеру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий. Выяснилось, что за взятку по распоряжению чиновника без экспертизы проектной документации был введен в эксплуатацию жилой дом, в котором администрация купила квартиры для детей-сирот. В итоге, из-за нарушений дом оказался в аварийном состоянии, а дети-сироты оказались без жилья. На текущий момент в администрации проходят обыски. Продолжаются масштабные чистки и в оборонных структурах. Так, в Саратове сотрудница оборонного предприятия «Алмаз» Надежда Суховаченко решила подзаработать на поставке товаров коммерческой организации. За откаты Суховаченко ускоряла работу бухгалтерии для оплаты контрактов. Бумаги. Какие? Мои личные. А еще кроме бумаг? Деньги. Теперь предприимчивая барышня ждет суда. В Челябинске же отличился слуга народа, депутат Мамадышского района Татарстана Булат Ахмедгаянов, который вызвался помочь жене подозреваемого директора госучреждения из Челябинска и сменить заключение мужа на домашний арест. За это он потребовал 2 миллиона рублей. При этом депутат не собирался исполнять взятые на себя обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. Центральный районный суд Челябинска завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Редакция «Момента истины» также продолжает борьбу с коррупцией. После нашего выпуска по фактически находящимся в заложниках жильцах жилого дома «Атава Групп» в Краснодаре было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И в данный момент начата полномасштабная новая проверка. Ждем результатов и возбуждения уголовных дел. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.